kisses back from you. I'm taking all my kisses back from you. And every breath you held on to, I'm taking all my kisses back from you. Give me the hello and goodbye, and pack up every morning and good night. I want that sunrise, the moon. I'm taking all my kisses back. Привет, меня зовут Настя, и я в Ливане. Мое агентство здесь Вельвет, и я уже здесь второй раз. Сегодня мой второй день, и вчера я просто отдыхала, разбирала вещи, восстанавливалась после перелета, хоть он не очень долгий, всего 3 часа, а сегодня мы поедем, сделаем визу. Здесь всегда возит водитель по городу, и в принципе пешеходов здесь нету, и общественного транспорта тоже. В основном у всех людей есть машины, и они передвигаются либо на своей машине, либо на такси. Виза в Ливане официальная, она ставится в паспорт. По прилету ставится печать. Сначала делаем фотографию, делаем ксерокопии паспорта и каких-то документов, которые нужны, а потом уже заходим в визовый центр. Там сдаешь отпечатки пальцев, вас фотографируют, и через неделю вам выдают ID-карт. Это как ваш паспорт здесь. И после того, как мы сделали визу, у меня была съемка для журнала Special. Меня водитель довез до салона, там, где сделали прическу и макияж. И там меня забрала уже клиентка. Мы поехали на съемку высоко в горы. И там будет проходить фестиваль, мы будем среди людей там тусоваться и будем делать фотографии. Мы приехали немного рано, уже час сидим, ждем чего-то, наверное, пока соберутся люди. Журнал выйдет уже очень скоро, в следующем месяце, поэтому я скоро увижу фотографии и надеюсь, что будет очень крутой результат. Всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Это мое первое видео, поэтому мне важно знать ваше мнение, советы, нравится вам или не нравится то, что я делаю. До встречи!